Приветствую тебя, мой дорогой друг. И, возможно, тебе заинтересовало название этого видео. А может, просто так зашел посмотреть, кто здесь. Но, тем не менее, я хочу тебе рассказать, как не приглашать людей и чтобы они приходили к тебе сами. Одна история, короткая. Когда-то, совсем недавно, я был в Адлере, и мужик на всю улицу орал: чудесный, сказочный шашлык. Просто он целый день вот этим занимался. Чудесный, сказочный шашлык. Я ходил мимо этого мужика дня 4 или 5. И на пятый день мы зашли. Мы зашли в эту шашлычную поесть шашлыка. Хотя просто нам этого не хотелось. Но мы зашли попробовать чудесный, сказочный шашлык. Шашлык оказался так себе. Не сказать, что он чудесный, сказочный, обычный. Недожаренный, невкусный. Но нас привлекло вот это, что он делал. Хотите, чтобы люди к вам приходили сами? Сделайте что-то необычное. Будьте оригинальны. Возможно, просто вы сыграете на гитаре. А может, просто дадите им то, чего им не хватает. А в основном чего не хватает людям? Ну, иногда людям не хватает общения. Иногда они ищут единомышленников. Станьте единомышленников для таких людей. И вы будете героем в любом случае. На этом заканчиваю. Кто понял основную мысль, ставим лайк. Кто не понял основную мысль, ставим дизлайк. И пишем, почему вы со мной не согласны. Всем привет!